Ванная комната для многих является местом, которому уделяется много внимания во время ремонта дома или квартиры. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы поговорим о таком важном элементе любой ванной комнаты, как умывальник. Сегодня умывальник можно назвать предметом сантехнического искусства. Но с практической точки зрения они разделяются по размеру, форме, материалу изготовления и типу конструкции монтажа. Перед тем, как выбирать умывальник, стоит оценить размеры вашей ванной комнаты. Если их можно отнести скорее к небольшим, то вариант шириной до 50 см будет отличным выбором. Размеры раковины будут зависеть не только от габаритов помещения. Стоит учесть наличие пространства для стиральной машины, корзины для белья, душевой кабины и так далее. Если пространство позволяет, лучше выбирать умывальник, который является элементом целого умывального комплекса – системой хранения, зеркалом и выдвижными шуфлядами. Если говорить о конкретных размерах, то оптимальными считаются варианты от 40 до 70 см. Модели шириной менее 40 см считаются очень компактными и не подходят для ежедневного использования. Обычно их используют в гостевых санузлах или офисных помещениях. А вот крупные модели шириной более 70 см требуют большого пространства и имеют определенную особенность. Обычно в них сама зона умывания не превышает 70 см, а остальное место используется для гигиенических принадлежностей. Что касается глубины, то самыми популярными являются модели от 40 до 60 см. Если глубина будет меньше 30 см, то вы будете испытывать дискомфорт при умывании рук. И напоследок, для небольших ванных комнат лучше использовать асимметричные или угловые умывальники. Это позволит сэкономить драгоценное пространство.